Сегодня у нас 9 октября 2018 года. Вот ходит наша кошечка Буска. Котятки ее. Рыжий, серенький. Вот они. Полной безопасности себя чувствуют. Мамка рядом. О, кто-то идет. Ой. О. Я думал, она ляжет здесь с ними. Надо их сюда было показать, как мне охота узнать, как она будет. Я шагну по этой. Ну-ка, пошли. Где они? Ты смотри, как сгорбатились-то. Вот что, они его никогда не знали, они его не видели. От запаха ли тот? А тот вообще спрятался он. Ну-ка. Рыжий, ты еще спрятался-то, а? Ну-ка, давай сюда. Опа! Давай сюда, давай, давай. Давай, опа. Ой. Ну-ка. Чтобы он не тронул его. Ну-ка. Выйди сюда. Ну-ка. Да, сиганул как. Ну что такое? Ты смотри, а то он что за меня спрятался. Ноги-то дрожат как. Ну-ка вылезь оттуда, вылезь. Ну такой смелый лев настоящий. А что испугался-то? Да на маленькая кошка-то чуть больше тебя. Или поменьше. Меньше, меньше. Нет. Вот они, я в прошлый раз, я зашел тут. А она лежала здесь, они сосали ее. И он бы в дверь-то сунулся, он ее не видел-то. Как она рванула, прыгнула к нему-то. Вот угол, он издал лай такой, я от него никогда не слышал. Ай-яй-яй, так он после этого прямо же дверь скрыл, охота ему попасть. Что она со мной сделала-то? Она меня напугала, дескать. И он решил, видимо, счеты свести. Вот она смотрит. Еще. Ну, где тут? Кто? Ну, что такое? Иди сюда, иди. Ой, да беленький. Давай сюда. Ну-ка. Ну-ка, иди, иди, шарик. Шарик. Вот он, иди. Вот он где. Ну-ка, не трогай. Подружитесь. Гляди, какие красивенькие какие. Ну-ка. Вот она где. Вот так. Куда? Куда? Ну-ка. Ну-ка, давай сюда. Нет, видишь, время нет у меня их. Я бы приучил их, он бы не трогал их. Давай сюда. Ну что ты под меня лезешь-то? Глянь какая, гляди. Ой, какая хорошенькая кошечка, но... Это шарик такой. Нет, еще он не будет. Ну-ка. А тут вообще залез. Значит, завтра будет 10, 12-го будет 2 месяца им. Нет, все, я повел его. Он, видишь, как парализованный. Пошли. Пошли, Шарик. Пошли гулять. Гулять, пошли. Гулять, пошли. Я краешком тут наступил. Все. О, смотрит. Буска тут как кинула за рыжей. Вот так вот вся хвост. Вот это вот я понесу. Возьми, сейчас пойдешь к себе, забери вот эту белую. Я в ней понесу рыжую. А этих вот в эту коробку. А для пали там у меня еще одна есть. Три. Это я наложил то, что с собой брать. Все, у меня больше нет ничего. Молодец, Василий, там 6 мешков. Да, важно. Все, пока ушел я. Угу. Пошел Шарик отводить к тете Любе Минаевой. А он будет у нас зиму там жить, поживать. Так вот. Сейчас закроем и вперед. Свет выключим. Ну вот. Шарик меняет место жительства. Thank you.
еще не догадывается, что мы уезжаем. Может, скучать будет по нам. Кстати, Люба, каждый день-то не будет его брать. Хотя Степа договорились, что Степа будет Устинов выводить его на прогулку. Сарику этот двор знаком. Он уже был тут неоднократно. О. Вот цепушки у тет Любы гуляют. Люба, мы пришли. Проверяет все по-хозяйски. Люба! О, я Шарика привел. Я хотел, чтобы она своими руками его привязала. Где же она есть-то? Тетя Люба! Где она? Вон, 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 вон идет. Вон, вон она. Она увидала тебя. Через ветки Алексеев дом красиво видится. И Павлов тоже. Вон идет хозяйка этого домика. Тетя Люба, постояльца вам привели. Своей рукой на его пристегни. Да благословит Господь. На столбе я там две сделал, на конуре одна, но лучше там, а у конуры он может оторвать. Пошли, пошли, мой хороший. Не впервые нам с тобой вдвоем. Да точно, Сарик. Так, вот такая чашка хватит. Вот она как. Чашка такая хватит? Да, вот такая и была. А вот эту вот поставить подальше, чтобы у нее цепи не захватил. Поняла? Дело в том, что это... А. Он ее опрокинет, когда пойдет вот так. Понятно. И вот куры, так. Если мельче посуда, вот. Куры будут перевернуть. Нет, воду, я говорю, если меньше, то нет, они вот перевернут чашки. Все. Все сейчас обсмотрится, отметит. Да, все, и вот оно, смотри. Вот, я говорю, сейчас. Сейчас отметит. Все. Вот это, я хозяин. Вот, Шарик, слушайся. Все, хозяйка тебе. Так, сегодня вы кормили его вечером? Вечером я его не кормил, он днем мясо поел. А, и не надо смотреть? Можешь дать. Ясно. Можешь дать, моя каша ему не идет уже. Я поставил, а он не солить, я вернул обратно. Понятно. Что-то может там другое будет. Ну все. Благослови тебя, Господь. Благослови. Так, молимся, как заболевающие. Да благослови тебя, Господь. Отец наш Небесный, слава Тебе, милостью Твоей мы появились на этот свет. Помоги нам по благоволению Твоему окончить нашу жизнь. Мы веруем в искупительную жертву Твою, Христос, истинный Бог, вочеловечившийся от Девы Марии, претерпевший страдания за каждого из нас, когда мы были еще грешниками, слава Тебе. Дела наши устрой по воле Твоей, Святой, дабы нам ни в чем не огорчать Тебя и друг друга. Господи, услышь наши молитвы о врагах наших, не дай им погибнуть, обрати на путь покаяния, дабы они не шли на разрушение чего-либо. И наш выход благослови отсюда. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Не, вон отсюда захвати эту скворечник, оттуда засними и голубятню. У меня ни одного снимка такого не было. Он весь, смотри, прошел, как самолет.
Здесь трасса непрерывно идут. Вот как-то мы шли, прям 4 следа сразу. Попали мы прямо в сердцевину. Не дай Бог, чтобы... А я всегда молюсь за них. Благослови, Господи, чтобы пролетели. Еще не было. Благополучно. Ну все. Ну вы во сколько выезжаете завтра? Утром он сказал в 9. В 9? Он засыпился уже. Видишь, что? Вот. Оказывается, вот. Кто бы знал, что тут такое. Видел? Так, топорик дай мне. Это надо отрубить. Он сразу с цепью засыпился. Да, я эти сущие обрублю. И он не будет цепи. Он только отошел. А если засыпется, он в конуру не зайдет. Не лезь под топор-то. Хвостомеля. Ну, обожди. У вас чтоб курицы не вылазили, да? Ну да. Когда маленькие цыплят. Всякое. Чем не заткнешь, все равно дырку найдут. Ну и все, больше ничего нету. Как он нашел цепочки, сразу закипнется. Так. Куры у него не будут есть, если она вплотную будет стоять. Как не поел, боял сразу забирать. Я тоже так думаю. Да. Убрать здесь все. Я пошел еще раз пометить. А то я пыль-то там припорошил. Во, я забуксовал. Ну, шарик хороший. Красивый здесь. Очень даже. О, видишь, где задел? Вот чашка как ногами. Да. Наверх ее поставьте, да еще. Вот сюда ее поставить, куда надо. Здесь он ее не засыпет. О. О, все. Воду мы решили, видишь, как практика покажет, на чем все стоит, кто на ком стоит. Угу. Вот. Там она не засыпется. Ну, смотреть надо чуть-чуть где-то. Да, конечно. Нормально, пошли мы. Ну, с Богом. С Богом. Лето было очень плодоносное. Игорь закончил уже убирать. Да? Радость такая вообще. О, слава Богу. Я говорю, весна была холодная, зато осень нам Господь дал такую, что мы прям за Игоря очень рады, что он все убрал. И... Сейчас осталось только сохранить ему это все. Да. В гречку, говорит, прямо в траву сыпать, некуда сыпать, помещение надо добавлять. Ну, ладно, я напаслась тоже, дверь закрываю. Ну, вставайте с Богом, Петлю. Спасибо, Христос. Аллилуйя.